В прошлом выпуске я забыл сказать, с вами был Петр Семилетов с передачи «Турбо». Говорю это в начале этого выпуска. В 92-м году Фрэнсис Форд Коппола выпустил свой фильм «Брэм Стоукерс Дракула». То есть «Дракула Брэма Стоукера». И год спустя, чтобы воспользоваться популярностью фильма, вышла одноименная игра для множества платформ. А просто так по книге сделать игру, наверное, кто-то мешал. Издателями игры под Amiga и DOS была Psygnosis, для остальных платформ Sony Image Soft. Разработчиком для NES, Sega Master System и Game Boy выступила английская компания Probe Software. А английская же Psygnosis создала версии для SNES, Genesis, Mega Drive, Sega CD, DOS и Amiga. Также в версиях для SNES и Sega Mega Drive приняла участие компания Traveler's Tale. Некоторые версии отличались друг от друга так, что представляли собой совершенно разные игры. Например, вариант для DOS – это тормознющий 3D-шутер с видом от первого лица. А версия для Sega CD 1994 года основана на модном тогда живом видео. К версии для NES ближе всего версия для Sega Master System, где графика кажется мне симпатичнее, причем такую графику потянула бы и сама NES. Множество вариантов игры объясняется, вероятно, ее издателем, калифорнийской компанией Sony Image Soft, насыщавшей также сразу множество платформ играми по фильмам «Хук», «Мэри Шеллис», «Франкенштейн», с прихрамывающим и легко узнаваемым героем Де Ниро, Джонни Мнемоник. С версией для NES я познакомился в 90-е годы. Фильм «Копполы» я посмотрел много позже, а вот книгу неоднократно читал. Как-то на Новый год мама подарила мне первое тогда в бывшем СССР издание «Дракулы» Брэма Стоукера, а также роман «Скорбь сатаны», изданный почему-то в переводе тоже как произведение Стоукера, хотя его написала Мария Карелли. Конечно, я ожидал от игры чего-то хотя бы интересного, если не страшного. Но она меня разочаровала, не зацепила. Я сначала стал проходить ее в легком режиме, но вскоре меня обломили и сказали, чтобы я попробовал в нормальном. Я поиграл немного в нормальном и бросил, или не помню, может картридж уплыл, может у меня тогда не было своей приставки, я играл у двоюродного брата Саши. Ну, не ощутил я в игре ни духа Трансильвании, ни какой-то особой связи с воистину замечательным романом Стоукера, который, кстати, надо читать в подлиннике на английском, иначе теряются все эти особенности речи, коими Стоукер наделил своих героев и героинь. Игра не напоминала даже хаммеровские ужастики о вампирах и была какой-то отрешенной и безликой. Недавно я вспоминал, кто же увел у меня английское издание «Дракулы» и вспомнил знакомое по имени Лиля. От этого воспоминания протянулась цепочка к игре. Я запустил эмулятор и стал играть. Конечно, теперь я выбрал нормальный режим и думал, что так пройду игру до конца. Снова тоже ощущение безликости, пустоты. Посмотрите на эти факелы на стенах, они статичны. Пожлобились нарисовать пару лишних кадров анимации. В игре очень много нычек, но если в других играх за скрытым в стене проходом скрываются обычно какие-то бонусы, то здесь нычка часто является единственным путем, по которому надо пройти, чтобы выбраться с уровня. Но ведь нычки надо как-то находить, а это требует времени. Однако игра идет на время. И на сложном уровне его едва хватает на прохождение даже хорошо знакомой уже местности. В игре есть боссы и полубоссы. Полубоссы – это вампирши, от которых надо уворачиваться. Это разработчики придумали, чтобы задержать вас, чтобы вы потратили игровое время. Боссов же надо валить,
И делать это довольно просто. Почти все боссы, как я понял, это разные ипостаси Дракулы. То он в виде тени, то в виде рыцаря в красных доспехах, который непосвященному человеку покажется просто каким-то здоровенным голым мужиком, розовым, как пупс. Потом в виде летучей мыши. И, наконец, в виде отвратительно анимированного самого Дракулы. Я избегаю показывать в передачах турбо-боссов, особенно последнего, но это издевательство над игроком и над самим Дракулой надо таки показать. Вот он трясется, пыхает какое-то хренотнёй, а вы мечетесь в маленькой комнатке и время от времени присаживаетесь, чтобы не попасть под раздачу. Я не знаю, что хотели изобразить создатели игры этой тряской Дракулы. Может быть, он беззвучно смеется, потешаясь над Джонатаном Харкером? Или это английский юмор в духе летающего цирка Монти Пайтона? Схватку с последним боссом надо воспринимать как шутку? Кстати, анимация всех боссов, кроме гигантского кабана, сводится к тому, что по экрану перемещается статичная картинка. Кабан хоть лапами перебирает, а Дракулы и вампирши застыли. Замечу, к последнему боссу вы можете добраться только в режиме хард. В нормальном режиме вас на каком-то уровни обламывают и многозначительно говорят, вернее пишут, Дракула мертв или нет. Попробуйте более сложный уровень. И вот когда вы проходите все на харде, открывается еще несколько новых уровней, новых областей. Возвращение в Трансильванию и возвращение в замок Дракулы. Собственно, никакой связи с сюжетом книги Брэма Стоукера в игре нет. С фильмом же игру связывает тошнотворного вида парик, в котором предстает Дракула в виде последнего босса. Такой же парик он носил в фильме. Наверное, Коппола хотел дополнительно испугать зрителей этим париком. Трата времени – сквозной мотив всей игры. Даже в самом начале вас томят логотипами разработчиков и издателя, причем их нельзя прервать. Картинок логотипов дофига, а вот графических заставок в игре всего две. Одну показывают при смерти персонажа, а на другую расщедрились в самом конце, перед титрами. В них, в титрах, разработчики скрылись за псевдонимами. Например, программистом заявлен некий Сканк, то есть Скунс. А вот композитором в игре выступил голландец Ярун Тель, он же Wave, написавший музыку ко множеству консольных и компьютерных игр 80-х-90-х годов. Впрочем, писал он музыку к играм и позже. Больше всего он засветился в играх под Commodore 64, а под NES вы могли слышать его музыку в Robocop 3 и в Alien 3. Музыка в Дракуле запоминается, однако она повторяется и очень быстро задалбывает. Хотя и не так быстро, как в «Пятнице 13-е». Но в «Пятнице 13-м» в музыке есть низкие частоты, а тут все по верхам да по верхам. Словом, я ничего не потерял, не пройдя эту игру в 90-е. С вами был Петр Семилетов в передаче «Турбо». В игре очень много нычек, но если в других играх за скрытым в стене проходом скрываются обычно какие-то бонусы, то здесь нычка часто является единственной путь.